Два комплекта серебряных наград и золота. Таков результат выступления фокинских сборных на открытом турнире городского округа по волейболу. Соревнования проходили в минувшие выходные. В них приняли участие команды юношей и девушек из Фокина. Находки Артема Большого Камня. Далее подробнее. Открытые новогодние турниры городского округа по волейболу проводятся ежегодно. На этот раз в соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет. В первый день за победу сражались девушки. Приехали спортсменки из соседнего Большого Камня и Находки. Наш городской округ представляли две команды двух возрастных категорий. В составе сборных – волейболистки Фокинской детско-юношеской спортивной школы, тренер Татьяна Дрозач и воспитанница Евдокия Ивановой, орбита поселок Дунай. У нас получилось в связи с трагедией, которая произошла с гимнастами, с девочками. Город Артем не выпустили на соревнования. Нам пришлось свои две команды девочек, Фокина и Дунай, быстренько сформировать, и будут участвовать две команды города Фокина. Команды. Поэтому даже вот на завтрашний день, возможно, у нас юноши состоятся или нет, потому что Артем не выпускает детей в связи с трагедией на соревнования. Поэтому мы надеемся, что не приедем, ждем их все равно на соревнования. Получается, 4 команды. В предварительных играх жребий свел на площадке команды из Большого Камня и Находки. Обеим фокинским командам пришлось выяснять отношения за выход в финал между собой. Победителем первой пары соперниц со счетом 2-0 стали волейболистки из Большого Камня. Игра проходила, первая партия тяжелая была, в ней все решилось. Кто выиграл в первой партии, получил уверенность из детей, и они легко уже выиграли вторую партию. Вот она была решающая, первая партия. Счет был 22, по-моему, 25, почти равный. Все решилось в конце. Кто меньше из детей ошибок сделал, тот и победил. Хозяйки турнира боролись в трех партиях. Итог 2-1 в пользу сборной девушек старшей возрастной группы. Именно им пришлось сражаться за высшие награды с достойным соперником командой из Большого Камня. В итоге напряженной интересной игры фокинские спортсменки завоевали второе место и серебряные медали. Во многом успех команды – это заслуга капитана фокинской сборной Екатерины Жарковой. Быть капитаном – это не просто, это нелегко. Ведь когда команда проигрывает или что-то случилось в команде, ты должен поддержать ее, должен подбодрить, чтобы она не стояла. Ты берешь на себя огромную роль. Быть капитаном – это нелегко, но это очень достойно и почетно. Волейболом я занимаюсь уже 4 года. Мне очень нравится посещать секции по волейболу, ведь это спорт, а спорт – это главное в нашей жизни. Спорт дает мне очень много. Это участие в соревнованиях, в городских, в региональных. Это очень большой стимул. И я очень горжусь тем, что я занимаюсь волейболом. В воскресенье 11 декабря в борьбу за кубок городского новогоднего турнира вступили юноши. Соревнования проходили по круговой системе между двумя местными командами, сборными ДЮСШ Фокина и орбита поселок Дунай и командой Феникс из города Артем. Наши спортсмены оказались в лучшей спортивной форме и не оставили соперникам шанса на победу. В результате у фокинских волейболистов золото и серебро турнира.